Друзья, всем привет, с вами Димон, вы на канале Всё Китай. Сегодня у нас распаковочка посылки с сайта GearBest. Продолжаем нашу рубрику огромных посылочек из Китая на природе. Итак, здесь у нас новинка RC лодка сайта GearBest SkyTech H101, которая стоит $26, разгоняется до 30 км, это очень круто. Также есть модель H100. Стоит $36, на $10 дороже, но она меньше размерами и все, больше ничем вообще не отличается. Итак, оценили почти $14, 1,5 килограмма, давайте посмотрим, интересная лодочка или нет. Она была на предзаказе, я решил заказать, потому что реально стоит $26, ну это очень мало. Если реально она едет 30 километров, это будет очень круто. Плюс она доехала за целых 10 дней, это классно. Так, давайте откроем и посмотрим. Так, запаковали. Ну, это GearBest. Стандартная упаковка. Обычный пакет и больше нет ничего. Так, аккуратненько, аккуратненько. Ну, так, что мы видим? Итак, у нас здесь есть, так сказать, защита, да? Давайте посмотрим. Ух ты. Коробочка прикольная. Это не хочет она отсюда. Ага, вот так вот. Здесь все приклеилось. Жара, блин. Итак, аккуратненько. Ну, аккуратненько совсем не получится. Ну, как-то вот так, да? Так, ну, коробенция реально большущая. Интересно, давайте все так аккуратненько постараемся открыть. Ура! Наконец-то я убрал эту большую кучу скотча. Это очень, конечно, времени немного заняло. Ну что, лодка большая. Интересно, ну, коробенция вообще огромная. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь вообще есть. 2,4, спид. Ну, в общем, круто, круто, круто. Давайте найдем, где открыть и посмотрим. Так, батарея должна быть у нас двухбаночная. Ну, сейчас посмотрим. Итак, пенопласт. Ух, блин, не люблю пенопласт. Но зато защищает нашу посылочку. Так, что-то здесь вываливается. Но сейчас посмотрим. Очень плотно сидит. Блин, что за фигня? Не получается открыть по-нормальному. Давайте с этой стороны попробуем. О, она. Тут вообще все плотно. Не хочет, не хочет. Долбаный скотч. Наконец-то я вытащил ее. Итак, у нас есть инструкция на английском языке. Это уже хорошо. Прикольненько. Ну что, посмотрим. QR-код у нас есть. Ну нормально, также все, все хорошо. Добротная, добротная реально инструкция. Так, давайте как-то красивее все это сделаем и посмотрим. Батарея. Большая, двухбаночная на 1500 мАч. Конечно, разъем не очень прикольный, мне не нравится, какой-то дешманский. Но двухбаночная, нормально, 7,4 вольта. Хорошо, дальше. У нас есть зарядка. Какая она большая, если честно, друзья. Очень огромная, зацените. Да, прикольно, прикольно, но хорошо. Дальше у нас есть вот такая вот подставочка, стенд для нашей лодки. Давайте соберем, чтобы все было красивенько у нас. Так, что-то очень туговато. Но сейчас мы все это дело сделаем. Да, есть вот так вот. И вот так вот. Чтобы наша лодка смотрелась красиво. Вуаля. Ну, как-то криво, что ли. Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Дальше у нас есть запасной винтик, ключик и гаечка. Это хорошо. Это хорошо. Спасибо. Дальше давайте посмотрим на нашу аппаратуру. Ух ты. Очень легкая, но у нас есть дисплейчик. Ну, прикольно, дешманская, если честно. Закос под квадрокоптер, реально, как у квадрокоптера. Да, куча пенопласта, как видите. Да, не люблю пенопласт, конечно, ладно. Есть пленочка у нас защитная для дисплея, ну, это хорошо. Давайте смотреть дальше. Что у нас? Где она, лодочка? Блин, запаковали? Китайцы, честное слово. Очень тяжело достать. Куча, реально, большая куча скотча. Так, больше нет ничего, наконец-то я добрался до нашей лодки. Ух, нифига себе, друзья, за $26 у нас здесь внутри просто монстр какой-то, реально какой-то монстр. Офигеть, я не ожидал, что здесь будет вот такая вот офигенная начинка. Ху-ху-ху, это круто, да, друзья, я офигел, если честно. Уберем отсюда силикон. Так, у нас здесь все термо, то есть круто.
Воды наша лодка не боится. Водяное охлаждение, зацените, это трубка. Офигеть, это классно. Да, конечно, разъемчик мне не нравится для аккумулятора. Ну, есть, в принципе, можно перепаять и сделать любой, который вам угодно. Но все хорошо, реально, я не ожидал, что здесь будет вот такой вот мотор. Он огромный. Блин, за $26 он огромный. Плюс у нас винт большой. Для данной стоимости реально большой. Итак, у нас здесь есть датчик. То есть наша лодка не будет работать, пока мы ее не поставим на воду. Это круто, реально. За $26 здесь полный фарш, если честно. Ха, круто, мне нравится. Так, у нас есть подкладка, то есть такая поролончик, да. То есть вода не должна, по крайней мере, попадать. Но посмотрим, посмотрим на поплавушках, как она себе показывает. У нас здесь одна заглушка, да, к сожалению, только одна заглушка. Ну, как-то вот так. Ну что, давайте найду батарейки и посмотрим, как она вообще работает или нет. Итак, в нашу аппаратуру мы поставим 4 батарейки от Xiaomi. Аккумуляторы прикольные. Итак, как здесь вообще все работает? Сейчас посмотрим, интересно. Все сделано. Немножко необычно. Ну, думаю, будет, блин, как-то вот так вот работать. Батарейки немножко выпадают, поэтому нужно все аккуратно держать. Итак, ставим, пробуем. Да, есть контакт. Фу, дисплей прикольненько, мне нравится. Интересно, заряд батареи будет показывать или нет. Так, давайте поставим нашу батарею и посмотрим, что же это за зверь такой за $26. Очень интересно, друзья. Ну, пока что ничего я не вижу. Включаем аппаратуру. И ничего. Позарядили мы нашу лодку SkyTech H101. Ну что, давайте проверим, потому что у нас здесь полная система, то есть без воды она не работает. Итак, давайте посмотрим. Покажу вам немножко, как она плавает. Заинтригую вас, чтобы вы посмотрели обзорчик. Итак, включаем нашу аппаратуру. У нас на мониторе здесь виден заряд и сигнал. Ну что? Вот такая вот лодка к нам приехала с сайта GearBest. Ссылка будет в описании. С вами был Димон, канал Все Китай. Всем спасибо, всем пока, удачи, позитива, хорошего вам лета!